уважаемые коллеги, на самом деле, когда мы говорим о Марракешских рамках, мы очень четко должны понимать, что они относятся не только к государству, или к гражданскому сектору, или к конкретной организации, но и каждому из нас. И когда мы получили это задание, мы решили пойти, правда, немного другим путем. Первое, мы вспомнили очень короткий ролик, который мы делали именно после того, как были приняты Марракешские рамки действий. А потом мы что сделали? Мы подумали и пропустили деятельность Дивини Интернешнл Узбекистан и своих партнеров через текст Марракешских рамок. Поэтому у нас сегодня будет все уровни. Почему мы так сделали? Дело в том, что наши партнеры, кто-то работает на макроуровне, кто-то работает на макромезо, кто-то только на мезо, кто-то только мезо-микро, а кто-то только на микро. И поэтому мы хотели своим партнерам конкретно из Узбекистана просто напомнить и сразу постараться их настроить, связаться с текстом Марракешских рамок. Итак, наш ролик, который вам напомнит текст Марракешских рамок. Подготовить прочтение и мою презентацию.